Сразу отключаю комментарии, чтобы они не напрягали. Итак, позабыли. Правая нога впереди, левая сзади. Вдох. Выдох. Отпустили правый локоть на правое колено. Левую стопу развернули, поставили на пол. На вдохе раскрыли, сделаем вдох, тянемся левой рукой вверх. Выдох. Вдох. Выдох. На вдохе раскрыли, сделаем вдох, ладони в пол, плечи отпустили, смотрим на правую руку. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем вдох. И на выдохе наклон, ладошки на пол, убери правую ногу назад, остаемся в четвертом. Животы подтянули, попу наверх не поднимаем. Левая стопа вперед, правая остается сзади. Делаем вдох. Намасте, выдох. Вдох. Выдох. Левый локоть на левое колено, правую стопу развернули, плотно поставили на коврик, на вдохе раскрылись. Тянемся правой рукой вверх, вдох. Выдох. Вдох. На вдохе в позу воина, вдох. Ладони в пол, смотрим на левую руку, выдох. Вдох. Выдох. Делаем вдох. На выдохе наклон, ладошки на пол, убери левую ногу назад, остаемся в четвертом. Перенесли центр тяжести на левую руку, раскрываемся, тянемся правой рукой вверх. Вдох. Меняем сторону, правая рука по центру, левая на вдохе тянется вверх. Четурангу. Отпускаемся в позу кошки, делаем переход. Кошка-корова. Один дыхательный цикл, кошка, второй корова. Вдох. Дыхательный цикл — это вдох-выдох. Вдох, выдох, подбородок на грудь, копчик подкрутили. Меняем. Вдох, выдох, локти немножко согнули. Еще раз вдох. Выдох. Меняем вдох. Выдох. На вдохе раскрываемся. Правая рука, левая нога. Поднимаем вверх. Вдох. На выдохе подтягиваем колено к локтю. Вдох, раскрылись. Выдох, подтянули. Вдох, остановились. Меняем сторону, правая нога, левая рука, вдох, раскрылись. Выдох, подтянули колено к локтю, вдох, выдох, вдох, выдох, раскрылись, остановились. Взгляд направили вниз. Перенесли центр тяжести вперед на предплечье, ладошки над головой, намасте. Раскройте грудную клетку, как бы провалились в плечах.
Поднимаемся на четвереньки. Ставим стопы, делаем переход, собака морда вниз, собака морда вверх. Вдох, на выдохе. Поднимаем бедра, наклон, подбородок накрут, замок. Вдох, выдох. Вдох, выдох. На вдохе собака морда вверх. Бедра не касаются пола. Остаемся на голеностопах, ладошках, плечах не проваливаемся, тянемся подбородком вверх. Еще раз. Коленочки, стопы, вдох. На выдохе собака морда вниз, подбородок на грудь, живот втянули, пятки в пол. Немножко раскрыли, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, собака морда вверх, бедра не касаются пола. Тянемся подбородком высоко-высоко. Опустились на живот, обхватили ладошками стопы, поднимаем ноги вверх, в позу лука, взгляд направили вниз. Опускаем стопы, ладони направили в пол, нос отпустили вниз, поднимаем высоко ноги, руки в позу саранчи. Чтобы шейный отдел не напрягался, направьте взгляд вниз. Руки вперед, макарасана. Ладошки к плечам. Отдыхаем, ладошка, ладошка, лоб. Раскрыли руки, положили перпендикулярно ногам. Правая нога вверх, отпускаем левую ладонь. Очень мягко работаем в скрутках. Меняем ножки местами. Левая нога вверх, в правую ладонь. Перевернулись на спину. Руки также перпендикулярно. Правое колено вверх, отпускаем в левую сторону, при этом смотрим на правую руку. Меняем местами. Левое колено вверх. Отпускаем в правую сторону. Смотрим на левую руку. Поднимаем ножки вверх. Пальчики ног на себя. От себя. На себя. От себя. Круговые вращения стопами в одну сторону, в другую. Делаем вдох, на выдохе халасана, затем карнапедасана. Напоминаю, что если у вас совсем сложно идет халасана, уж тем более карнапедасана, работайте с какой-либо возвышенностью. Можно закидывать ноги на стул, на диван, на банкетку, на кушетку, все равно на что. Если вам тяжело дотянуться ногами до пола. Если дыхание становится тяжелым, в этом ничего страшного нет. Вы закрываете грудную клетку и пережимаете диафрагму. Это нормально, не паникуйте, потому что частенько появляется паническая атака, я сейчас задохнусь. Не задохнетесь, это нормально, когда закрывается грудная клетка, конечно, становится дышать сложно. Итак, делаем вдох, на меня не смотрим, только слушаем. Иначе шейный отдел повредите. Вдох. На выдохе ноги за голову.
По возможности, кто может, в карнапедасана колени сгибаем, ставим к ушам. Вдох, и на выдохе отпустили колени к ушам. Медленно, не спеша раскрутились. Обняли колени руками, отдыхаем, прижимаем груди. Восстанавливаем дыхание. Вот так вот, как я делаю, делать не надо. Левая нога прямая, правая прижата к груди. Делаем вдох. И на выдохе поднимаемся в Маричасану. Поза мудреца Маричи. Левая нога впереди, правая стопа стоит на полу. Не лежит, стоит. Ой. Не, не получилось третьего. Следим за осанкой. Плечи отпустили, лопатки свели. Вдох. Пальцы левой ноги на себя обратили внимание. На себя. Вдох. На выдохе наклон. Обхват вокруг ноги, замок, лоб на колено. Сейчас начнется, в общем-то, с ума сошла, они все такие гибкие. Я уже вам в первой части говорила, что можно взять поясочек, ремешочек, а можно взять вот такую подхватку для занавесок. Обратите внимание, как можно облегчать дуравасаны. Вот, за счет подхватки у нас появляется больше расстояния, и мы работаем с подхваткой. Со временем сокращаем это расстояние, пальчиками ползем друг к другу, и через месяц ваши руки уже будут в замке. На вдохе поднимаемся вверх, стопу на бедро. Если не получается поднять на бедро, ой, не могу, Вовченко, сложно, пусть здесь лежит, ничего страшного. Вдох, на выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх, ставим стопу за бедро, левое колено согнули, правая рука на полу, левый локоть за правое колено. Смотрим через правое плечо в позе подвигляем. Шея длинная. Смотрите, еще раз напоминание. Много ходит легенд, что скрутки категорически опасно делать. Но если нам вообще не делать никаких движений с позвоночником, то он реально будет просто умирать потихоньку. Все, чем мы не пользуемся, у нас отбирает природа. Поэтому скрутки делать можно. И неважно, есть у вас грыжи или протрузии, или сколиозы. Не имеет значения. Работайте мягко. То есть не нужно утрировать или там раскрываться максимально так, что аж сведет судорога. Нет, работайте мягко. Получается на сегодняшний день вот так раскрыться. Пусть будет так, но это будет вам комфортно. Снимаем напряжение, тонус мышечный. Мягко работаем. Кто-то в замок соберется, понимаете, и будет кайфовать сильно. Но у всех способности разные. Не спеша раскрутились. Поза головы коровы. Правое колено вверху, левое внизу. Если вам тяжело находиться в этой асане, садитесь на подушечку. Правое колено вверху, значит левая рука идет вверх. По диагонали вдох, правое вниз, замок. Напоминаю, что можно работать с веревочкой. Делаем вдох, на выдохе наклон, на вдохе вверх, собрали ножки баттхаконасан в позу бабочки, раскрыли грудную клетку, бедра, делаем вдох, выдох, вдох, на выдохе наклон, тянемся лбом к стопам. На вдохе поднимаемся вверх, обхватили большие пальцы ног, раскрываемся под широкого угла для вытяжения позвоночного столба. Спину не округляем, макушка головы тянется вверх, копчик давит вниз, потому и название вытяжения позвоночного столба. Если вы начнете округляться, вы назад будете катиться, вот таким образом. Раскрываемся. И меняем ножки. Правая прямая, левая стопа на полу. Маричасана. На вдохе руки вверх, выдох наклон, обхват вокруг ноги замок, лоб на колено.
На вдохе поднимаемся вверх, стопу на бедро, делаем вдох, выдох наклон. На вдохе поднимаемся вверх, стопу за бедро, правое колено согнули, левая рука на полу, правый локоть за левое колено. Скрутка, то есть мы не в эту сторону работаем, а наоборот, правый локоть за левое колено. Следим за осанкой, смотрим через левое плечо, подключаем мышцы глаз. Вдох, выдох, шея длинная, вдох, выдох. Не спеша перешли в позу головы коровы, правое колено внизу, левое вверху, значит, отстроили асану, стопы отодвинули, чтобы два бедра чувствовать одинаково, две седалищные косточки на полу. Вам тоже мои сердечки. Правая рука на вдохе, вверх, вдох, замок, выдох. Делаем вдох, на выдохе наклон. На вдохе поднимаемся вверх, собрали ножки. Полулотос, смотрю, что мы с подземли. Есть время на пранаяму. Собрали ножки. Полулотос. У кого-то полулотос, у кого-то вот здесь ножки нормально. По желанию можно в лотос собрать. Это зависит уже от ваших сегодняшних способностей. Делаем вдох, руки вверх. Выдох. Вдох. Намасте, выдох. Почувствуйте тепло в своих ладошках. Переходим в пранаяму, уджая, дыхание уджая. Делаем вдох через шипящий звук О, выдох через шипящий звук А. Стараемся дышать животом. Вдох. Закрываем левую ноздрю, вдох правый, выдох левый, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Меняем сторону, вдох через левую, выдох через правую, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Дышим, дыхать нам ритмы. Делаем вдох, вдох правой, выдох, выдох левой. Вдох, вдох. Меняем сторону. Вдох, вдох левой, выдох, выдох правой. Вдох, вдох. Через рот. Вдох через нос. Выдох через рот. И еще раз вдох. Намасте, выдох. Спасибо вам за практику. Спасибо, что были со мной. Не только вчера с бокалом.
всю информацию по поводу приложения марафона вы можете в прошлом прямом эфире посмотреть. Да, добрый день. У нас, видите, осталось всего лишь пару минут на поговорить. Вот я тут не смогу уже особо так ничего сказать вам. Вот. Ну, надеюсь, хотя бы немножечко вам привила любовь к йоге, хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, что сегодня ваша спина скажет вам спасибо и будет чувствовать себя намного лучше, чем вчера. И вам спасибо, девочки. Откуда я вернулась? Я всегда с вами. И вам спасибо, солнышки. Ангел мой, на марафон вся информация, ну вот, вот телефон. У нас в марафоне у нас в марафоне что будет? Утром йога для беременных, вечером йога для небеременных. На следующий день будет фитнес для беременных, фитнес для небеременных вечером. И два раза в неделю психология. Все это 900 рублей за весь марафон. Прямые эфиры. Не успевайте на прямой эфир, ничего страшного. У вас также будет в записи доступна тренировка или практика. И 24 часа вы можете в любое время позволить себе включить, поежить, потренироваться от души там для себя. Да, Анечка сегодня всем ответит. Вчера просто у Анечки, у моего администратора, был день рождения. Разумеется, она не могла вчера сидеть на телефоне. Она отмечала свой праздник. А сегодня она сидит на телефоне и всем отвечает, кто оставил свои заявки. Да, она сегодня всем ответит. Так что не переживайте, солнышки, вы мне уже в директ начали писать. В общем, я уже сутки жду ответа. Ну, так что вводите в такое маленькое положение. С 30 июня марафон. Но завтра начнется подготовка. Бесплатная подготовка для тех, кто сделал перевод, зашел в марафон. Для вас будут приходить ежедневно тренировки, видеоролики с выполнением упражнений. Сохраняй эфир, чтобы у вас практика была целая. Все. Любви. А я собираю чемодан и еду в Саратов с детьми. Следующий эфир уже из Саратова будет. С Риткой со стаканом. Все, пока-пока.